На другой сцене московского современника сегодня премьера. Спектакль «Потанцуем» поставлен по новой пьесе Людмилы Улицкой. Специально для современника писательница переработала для сцены один из своих прозаических текстов и сама нашла режиссера для постановки – иностранца. Порой ему проще постичь загадочную русскую душу, особенно если душа женская. Репортаж Ирины Разумовской. С театром «Современник» Людмила Евгеньевна Улицкая дружит давно. И вот недавно писательница заключила с ним новый договор. Постановка по ее рассказу «Женщины русских селений» под названием «Потанцуем» эксклюзивно. И какое-то время будет идти только здесь. Посоветовала Улицкая и режиссера Анджея Бубеня. Говорит, до встречи с ним любовь к театру была лишь платонической. В Петербурге, куда режиссер переехал давно, он поставил уже много спектаклей по произведениям Улицкой. «Русское варенье», «Даниэль Штайн», «Переводчик», «Зеленый шатер». Три актрисы «Современника», которых отобрал режиссер, чтобы сыграть женщин бальзаковского возраста, признаются, текст Улицкой осилить было совсем непросто. Когда я его наконец выучила и увидела Людмилу Евгеньевну в зале и забыла одну фразу, мне сразу мысль была, ну это надо, автор в зале, и у меня фраза вылетела. В общем, мне он дался тяжело. Для меня он такое трудное построение фразы. Я хороший химик, и пришло время начать новую жизнь. Рациональную, нормальную, профессиональную. И я доведу до конца этот чертов синтез. Я сосредоточусь на работе. Это будет классный препарат. А расстались мы по моему сценарию. В 40 лет жизнь только начинается для каждой из этих русских женщин, встретившихся после долгой разлуки в Нью-Йорке. За плечами каждой разного рода опыт и разочарование, как правило, в мужчинах. То ли жалкие жертвы, то ли жадные до жизни, решать зрительницам. Хотя режиссер не согласен, что адресат у спектакля исключительно женского пола. Мужики, которые смотрели, наши ребята-монтировщики, которые смотрели, они были очень довольны. Они сказали, знаете, вот про нас хорошо говорят в этой пьесе, про мужиков. Значит, это не только для женщин, потому что женщины говорят про мужчин. Значит, мужчины, которые сидят в зале, для себя там получают очень много информации, мне кажется, очень полезной. Людмила Улицкая переписывать прозу в драму не любит. Но специально для этой постановки не просто сделала из рассказа пьесу. Дописала по просьбе режиссера вторую часть. И главное, увиденным на сцене осталась очень довольна. Ирина Разумовская, Владимир Полунин, Новости культуры.